Классно. Это Новосибирск. Центр города, улица Ленина. Уже почти запрещающий знак светофора. Но я успеваю проскочить. Можно ходить или нельзя проходить? Вопрос в этом. Вот на протест ходить или нет? Не ходи на протест. Ты ведь не хочешь, чтобы стало у нас как в Украине? Ты же не хочешь, чтобы у нас продолжались протесты, как в Беларуси, бесполезные и долго? Ведь ты хочешь, чтобы у нас... После 20 лет правления, еще 15 лет оставался все тот же великий вождь. И стабильность наш рулевой, стабильность наш символ, наше желание жить дальше. Ведь ты не хочешь, чтобы власть захватили майданутые, чтобы у нас влияние, как это называется, Америки, или там, как их еще называют, англосаксов вдруг появилось. Ведь за границей хочет, чтобы нам стало хуже. Не ходи на протест, ведь ты не в пользу Америки живешь. Мы, русские, российские, должны обеспечивать стабильность. Не ходи на протест 31 января ни в коем случае, потому что ведь если ты пойдешь на протест, может быть, что-нибудь изменится. А разве мы этого хотим? Разве ты хочешь, чтобы твои дети жили в другой России? Нет, мы хотим, чтобы... Если хочешь, чтобы Россия оставалась такой же, как и сегодня, не ходи на протест. Не меняй ничего. От тебя ничего не зависит. Сиди дома, а не ходи на протест. Останься на своем диване. Посмотришь потом по телевизору, тебе объяснят, кто были твои враги. Тебе расскажут, кто и за что им заплатил. И сами они, может быть, останутся в своем дворце. Да какая разница, подумаешь, там у человека дворец. Тебе-то какое дело? Важно, что мы живем в такой стабильной, надежной, красивой, уверенной стране, в которой никто не ходит на протест, ничего особенного не происходит. И ты не ходи на протест 31 января в 12 часов от метро Красный проспект. Ни в коем случае. Сюда, в Первомайский сквер. Да вы что, разве можно?